Здравствуйте! Добро пожаловать на мою страничку в Репетитору. Меня зовут Волкова Светлана Владимировна, я работаю преподавателем русского языка и литературы уже более 2 лет. Я буду рада заинтересовать ребенка изучением своих предметов, помочь подготовиться к успешной сдаче государственных экзаменов, улучшить уже имеющиеся знания, освоить школьную программу, а также подготовиться к предстоящей контрольной или ВПР. В изучении русского языка я придерживаюсь системного подхода. Мы изучим фонетику, орфографию, пунктуацию, синтаксис, морфологию и иные разделы русского языка, но главное проследим связь между ними, ведь именно это помогает ученику воспринимать язык как систему, а не набор без связанных правил. На уроках литературы я уделяю особое внимание умению анализировать произведения и интерпретировать различные аспекты в них. Мы можем изучать литературу комплексно, от фольклора до современности, или остановиться на любом интересующем вас периоде. Занятия проходят в дистанционном формате на любой удобной для вас платформе – Skype, Teams или Zoom. Пробные занятия включают в себя диагностику знаний обучающегося, постановку цели на весь период обучения, а также выявление особенностей и интересов. Все это помогает мне сформировать индивидуальную программу обучения. Я приглашаю вас ознакомиться с моей анкетой на сайте, где вы сможете найти всю необходимую информацию. А если вам уже сейчас не терпится приступить к изучению русского языка и литературы, нажимайте кнопочку «Связаться» и увидимся на занятиях.